Виновник взрыва газа, который прогремел год назад в доме номер 2 по улице Шевченко, до сих пор не установлен. Об этом сегодня на ежеквартальной пресс-конференции рассказал глава БМР Иван Чепрасов. При этом проблем у проживающих в этом доме на сегодняшний день нет. На восстановление пострадавших квартир, по словам Ивана Чепрасова, ушло 3 миллиона рублей из местного бюджета. Запустить лифт помог социально ответственный бизнес. По сути дела, пошел 4 мая второй год. Расследование уголовного дела, оно возбуждено, есть номер, но до сих пор так и идет. И я не могу сказать конкретно, вот согласно последнего ответа, начальник полиции отправил весь материал в Следственный комитет. Поэтому, когда все это завершится, это как раз вот возвращаясь и к проблематике качества депутатов законодательного собрания любого уровня. Знаете, ну, второй год, вроде как все очевидно, да? Есть экспертиза, есть понимание, от чего взрыв произошел, есть собственник, да? Вот все очевидно. Ни да, ни нет. Вот и все. Вот весь ответ. А 3 миллиона бюджетных денег ушло. И предъявить виновнику без решения суда мы ничего пока не можем.